В Свердловской области начался сезон ОРВИ. Число заболевших растет с каждым днем. За прошедшую неделю количество жителей, обратившихся в больницы, выросло на 10%. Всего за неделю к врачам с симптомами острых респираторных заболеваний пришли 13 тысяч свердловчан. Большинство из них – подростки от 15 лет и люди старшего возраста. Также по области зарегистрировано 442 случая с предварительным диагнозом пневмония. Как сообщает в Роспотребнадзоре, рост заболеваний носит сезонный характер, и в связи с началом учебного года число заболевших будет только расти. Санврачи также отметили, что случаев гриппа в регионе пока не зарегистрировано, но в Первоуральской больнице уже поступает вакцина Гриб. В ближайшие дни должна начаться прививочная кампания. Чтобы не оказаться в числе заболевших, врачи рекомендуют соблюдать меры профилактики. Прививка защиту все-таки дает. Поставить ее надо. А по мерам профилактики, ну, они не новы. В первую очередь это соблюдать чистоту в помещениях, в жилых, личную гигиену.